Yo, people, с вами Полина Боттичелли. Первый в жизни рэп выходит в апреле. Вы готовы? Погнали. Весеннее обострение, коридор затмений. Не жизнь, а сплошное недоразумение, мучение. В слезах и соплях провела свой день рождения. Фигня, главное жить, прожить и умереть без сожаления. У меня почти всегда на все есть мнение. Я, походу, уже не жду от вас одобрения. Прохожу психотерапию, медитирую. Как дома чувствую себя в изменениях. Они, кстати, никогда не кончатся, это уж без сомнения. Жизнь всегда будет делать тебе сюрпризы, поверь, приятные, ужасные, и не только когда апрель. Если надеешься как-то все так уютно себе создать, созданное будет разрушаться опять и опять. Все рожденное умрет, этот закон называется непостоянство. В непрерывном движении пребывает каждое там пространство. Хочешь счастья, учись как данность принимать перемены, и перестань уже удивляться, что повысились цены. Хочешь стабильности, совершай благое, избегай наносить вред, только так избавишь себя от будущих бед. Соблюдай баланс и золотую середину во всем, заботься о других людях и о себе родном. Духовно развивайся, но не забывай о земном. Нельзя подвесить крышу в воздухе и с нее начинать строить дом. И я типа такая мудрая, типа я такая все знаю. Вы скажете, а нам-то что с того, дорогая? И на словах ты хороша, а как насчет дела? Знаю я далеко не все, но дело делаю умело. У меня свой YouTube-канал о буддизме, жизни и психологии. Между первым и последним, кстати, часто провожу аналогии. Я занимаюсь творчеством, помогаю людям на консультациях и в целом довольна своей жизненной ситуацией. Вот так каким-то образом моя апрельская сублимация плавно превратилась в рекламу психологических консультаций. А это, кстати, вам еще раз демонстрация, что и творчество нужно творцу, и монетизация. Лайк, подписка и до встречи на консультациях.